Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ну что, у нас наипрекраснейшие новости, я все-таки нашел третью шкуру гризли, случайно ее встретил, Так, давай, здорово, Салабон. И теперь мы можем отправляться к доктору, чтобы сделать какую-то приманку для кого? Для, ну, этих, как его? Для ангелов, вот. Мне прям очень интересно, что там за приманочка такая будет, что, как они себя вести будут. Надеюсь, это будет что-то эпичное. Нам придется вернуться в локацию, которую мы уже освободили. Типа, о, кстати, тут секретик какой-то есть, да? Где тут? А где секретик? 80 метров. А чё за... Чё за обман? Не понял. Ну вот же показывается восклицательный знак. Или это что-то другое? Так. Идем к доктору. Сейчас ноги открою. Нэ! Спасибо, что Рыж. Мяу. Hello, people. Хорошо, что я с тобой связался. Да, хорошо. Прости, что так вышло. Нужно было все перепроверить. Я виноват. Но ты молодец. Ты собрал достаточно образцов. То, что нам нужно. Я подправил формулу, и она не подведет. Сейчас я закончу и отдам тебе новую приманку. Я благодарен тебе за все, помощник. Шериф хвалил тебя, но я не думал, что ты так хорош. Что значит не так хорош, ты думал? Ты во мне сомневался, чувак? Ты чё? Я лучший? И чё? Улучшение приманки. Теперь приманки привлекает и ангел. Всё, что ли? Алло! Чувак! Я не буду молча терпеть то, что они делают с животными. Да... Понятно. Блин, что за подстава? Прям подстава. Так, а ты мне что скажешь? Поговорить. В части здоровья старого Брайта Уордена эдемщики устроили заначку. Оружие, боеприпасы, все, что нам нужно. Поскольку у нас явный дефицит и того, и другого, пусть делятся. Так, обнаружен новый тайник выживальщика. Вот, а это уже интересно. Сейчас ходим. Так, открыть карту. Но вот это... Ух ты, как далеко, а? Ну как далеко? Относительно далеко. Вот, в принципе, я могу сейчас спрыгнуть здесь на тачку, сесть, чтобы не объезжать так по кругу. Или переместиться куда-то быстро. Причал. Нет, на причал я не могу переместиться. Тут, кстати, Клатч Никсон есть. Еще есть задание, которое я не выполнял в этом районе. Может быть, стоит... Тут побегать, повыполнять заданицы всякие. Ну а что, не пропускать же их, правильно? Надо, если зачищать, то зачищать все. Ладно, сейчас бегаем к секретику этому, где там оружие хранится. А там дальше разберемся. Так. Так, нет, мне надо сейчас отсюда выйти, а потом я со скалы, получается, через реку буду прыгать. Это я в обратную сторону бегу. Так, где, куда, где, кого, что? Ага, обойти надо. Можно, конечно, на тачке, типа. Ну, хотя нет, там тачка ж будет. Чё, я на той тачке быстро шик-шик, и все, и готово. А если сейчас тут еще и будет какой-нибудь тросик? Нет, тросика здесь нету. Хотя вот он есть, но он наоборот, он сюда ведет. Это нам не подойдет. Тросик он сюда ведет. Это нам не подойдет. Да, могу и стихами. Так, а если... Ага, вон там я могу, если что, подняться. И тачка где-то прям напротив меня стоит. Да, вот прям напротив. Только не видно ее. Ладно. Чуть-чуть не долетел. Ну да ладно. Доплывем. Блин, тут глюки начинаются. А, тут же вода отравлена, типа, да? Да хотя я ж вроде все уничтожил. С чего это она отравлена будет?
Так, и тачка. Вот она. Замечательно. Зашибись. Войти. Так. Я радио выключу. Неинтересно. Оно тут скучно какое-то в этих тачках. Бана. Так, это своя была, да. Так, куда едем? Ну ладно. Будем ехать по дороге. Блин. Бан. Хеллоу. Ну, я так слегка их, короче. А с гранатометика так. Подщекотал. Целый грузовик уничтожил. А у меня... Сколько тут? 15 патронов. Ну, маловато, маловато. Значит, с УЗИшкой побегаем. Так, обнаружено новое место. Ага, и где-то... Че, где? Так, тут записка. Читаем. Когда-то здесь была родоновая шахта. Что это? Это что такое? Поищите в сети. Ага, я понял. А теперь сектанты устроили здесь склад. Если бы мне хватило храбрости, я бы пошел туда и позаимствовал у них что-нибудь ценное. Если хочешь отправиться в это жуткое место, электричество там, скорее всего, еще работает. Главное найти внутри генератор и включить. Угу. Короче, нам советуют посмотреть, что такое рода новая. Окей, прям заходим и гуглим. Рода новая. Вода, шахта, вот. Google в помощь. Так, радон. Рак легких. Ванны, пещера. Так, многие люди с вопросом по поводу такого материала, как радон. Как вы считаете, радон вредный для здоровья? Все-таки полезный, зачем я знаю? Химический элемент, периодической таблицы Менделеева, радон в шахте Монтана считается целительным, именно все-таки. Радон приносит здоровье, а не вред. В общем, есть такие это шахты. Радон это у нас получается химический элемент периодической таблицы Менделеева, химика, который придумал эту таблицу. Вот, и в этих шахтах радоновые. Радоновые, вот, на до. Все понятненько. В общем, радоновая шахта это у нас получается. И эти шахты считаются целебными. Так, отслеживайте, чтобы смотреть. Видеть цель. Так, это мы сразу уничтожаем, чтобы у нас потом проблемок не было. На выходе. Так, это мы все обыскиваем. Так, еще записка. Об ангелах. Мне кажется, ангелам нравится там, внизу. Они рады сидеть в сырости и охранять наше добро. Благослови их Господь. Как мебель, которая сама себя охраняет. Так что не бухти из-за того, что мы бросаем ангелов. Не станет этих, появятся новые. Вот это как рабы у нас, ангелы. Ох, ёпарасоте. А вот они все и ангелы лежат. Чё за звук? Так, мне надо... Нужно подать питание, ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Да давай, я ж тебя уже уничтожил. Что за глюки непонятные? Нет, это так не работает. Так, где моя палка? Типа вот такого. Как мне пролезть-то? Во. Это посерьезнее. Блин, что за скрипы? Страшно. Страшно.
Так, мне нужно подать электричество. Да чё это? Это глюк или чё? Чё так страшно-то? Так, а... Что? Спасти? Так это... Я не понял. Это что такое? Это что было? Так, тут у нас... Ничего нет. Блин, страшно. Прям очень страшно, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой-ой, я думал, тут вода. Блин, сколько ж здесь этой блажи-то. Так, это тени, ладно. Так, змейка. Не мешайся. Так, давай, ты мне еще тут завались нафиг. Чтобы я потом не выбрался отсюда. Так. Ну, скорее всего, сюда надо. Тут, типа, вариантов больше нету. Так, залезть, я сказал. Блин, и тени эти бегают, откуда они? Типа это мертвые души или что это такое? Или просто у меня глюки? Скорее всего, второе. И чё? Как фонарик? А чё фонарика нету? А, вот, всё, свет включился, да? О, так тут и свет, и вентиляция включилась. О, нормально. И фонарик появился. Так, здесь я никак никуда не пройду, да? Оба-на, ангелы. Ну, они вроде зелененьким светятся. Свои, да? А, ой, красным стали. Ну, ладно. Чё, давайте сейчас будем в рукопашку с ними. Не. Бэм-бэм. Не, всё-таки блажь не вся ушла. Вентиляция, конечно, включилась, но все равно еще остатки есть. О, блин. О, а это я сюда провалил. Оба-на, это что такое? Чуть не пропустил. Куда это ведет? Во-во-во-во-во-во-во. Вот это вот, вот это нам интересно. Вот это нам нужно. Так. Так, где дистанционное управление? Вот это? Да. Так, бросай. Да, вот это я бросил. Открылось? А, открылось, сойдет. Так, и кстати, здесь дверь. Да, сломал лопату только. Ладно, значит не открывается. Бана. Не. Так, ты что, не умер, что ли? Так, мне кажется, сейчас война будет. Ага. Не, лопата, не ломайся. Так, две лопатки вроде осталось еще. Так, здесь я был.
Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. О, хорошо. Вот это вот побочное задание я выполнял. Классненько. Так, забираем. Все добро забираем. Абсолютно все так. Жилет у меня полный. Сколько баксов я получил-то, а? Я богат. Я теперь супер богат. О, медведь. Давайте мы его тоже сейчас. Не, не. Так, 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 так. Ты че, Мишка? Куда убегаешь? Ну, сыкун какой, а? Так, шкура оленя подобрали. Отлично. А это что такое? Это что такое? Я ж уничтожал. Грузовик для жатвы. И что с ним делать? Его уничтожить надо или что? Я не пойму. Ну, я вижу грузовик. Или его забрать, типа, надо, а? Что с ним делать-то? Ага. О, что тут есть-то? Нифига себе. Вот это тачуля. Давайте мы ее рассмотрим. Сейчас я ее рассмотрю. О, вот это тачка. Вот это я понимаю, вездеход так вездеход. Так, ладно, тачку мы крутую зацепили, теперь можно отправляться куда-нибудь, например, сюда. Освободим аванпостик. Да, да, сейчас сюда и направимся. А чё нет-то? Тачка-то позволяет, так, покинуть, пересесть. О, вот эта машина, вот это напрёт, а? Так, а это что такое? А чё? Я своего за, короче, завалил, а? Блин, да что ж со мной такое-то? Давай поговорим. Давай. Без тебя бы нас не было. Сектанты обосновались в воющей пещере. Ловят волков, чтобы превратить в судей. Для этого нужны инструменты. Пора пойти и отнять их. Так, обнаружим мы тайник выживальщиков. Но так, до этого тайника мы потом в следующий раз пойдем. Где этот тайничок-то? Покажи мне. Ты мне только пальцем покажи. Не вижу. Где тайник? А если вот так вот? Во! Это оно, да? А оно, да, 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 или нет? Так, нет, там что-то с волками было связано. А, вон она, сколько их тут. Тут типа много. Магазины. А, нет, это просто список заданий, я скроллю. Нет, мне нужен тайник. А тайника, ну, типа, это не тот тайник. Мне другой тайник нужен. Так, ладно, с тайником потом разберемся. Сейчас едем по намеченному пути, по намеченной цели. О, еще тайничок, давай пообщаемся. Надо же, и ты здесь. Рада встрече, приятель. Давай говорить. Слышал, что сектантов видели у старой серной шахты. Черт, она просто огромная. Они наверняка прячут там что-то ценное. Стоит проверить. Серная шахта. Еще один тайник. А вот раз тайник вижу. Это типа, это вроде серная шахта, да? А и вот еще один тайник. Все, все, два тайника, все два нашел. Едем дальше.
А, блин, ну она прет прям, прям знатно. Четко пушка. Ладно. Ух ты! Вот это у тебя удар! Ух ты! Ух ты! А чё ты так больно бьёшь-то? Я этого не ожидал. Чё он такой серьёзный-то? Я ему со своего железного кулачища в бубен бил, а ему пофиг. Ой, чаёк вкусный. Так. Я опять далеко. И тачек у меня нету. Да что ж такое-то? Ладно, побежим, значит, сейчас ножками. 300 метров вроде недалеко. Может, медведь какой попадется. Там кабан где-то справа слышал был. Чё блестит? Или это рыбка так прыгнула? А, да, это, скорее всего, рыбка. Так, вот она, ванпостик. Чё у меня там с патронами на снайперку? Ух, блин, тут две вышки аж. Так, ну сразу сейчас вышки будем обезвреживать. Так, теперь оббегаем. Так, вышки уничтожили. Теперь можно в бинокль посмотреть, чекнуть. Сколько врагов тут, ой, сколько здесь врагов-то, ёлки-палки. А чё так много-то? Так, ну тут есть одна точка, с которой я могу всех пострелять, но только сначала надо снайпера снять. Вот. Так, и чё, меня типа спалили? Нет, это он за этим был. За деревом. Ой. Натя! Так, и чё, всё, я всех убил или не? Ну, походу, что нет. Но я думал, вряд ли здесь надо. Ты что, какой-то... А чё ты такой жёсткий-то, а? Прям супер жёсткий. Так. Музыка не закончилась, значит ещё не все убиты. Ага, вот. Всё. Вот теперь я вам просто освобождён. Так, так, 1000 баксов и 400 баксов еще дали сверху. Да, вздыхай. Спасибо. Да, пожалуйста, что ты мне скажешь? Магазинчик практически местное достояние. Хорошо, что он снова наш.
Так, да? Эй, я рад. В лагере у озера сектанты прячут снаряжение. Если кратко, мне удалось спрятать ключ, так что пока они не могут туда попасть. Тебе лучше пробраться на этот склад, пока есть возможность. Ты мне ключ-то дашь? Где он? Ой-ой-ой, как далеко. Ну ладно, доберемся, потом доберемся, обязательно. Облизательно. Так, а что это за точка? Так, где дверь? Вот она. Шикарная игра. Можно с друзьями играть. Карту возьмем. Ой-ой-ой, обнаружены новые места. 5 штук целых. Блин, да вы меня балуете. Вы меня прям очень сильно балуете. Новые места я люблю. Так, и задание тут даже есть у какой-то чувихи, да? Ну ладно, сейчас тогда... сделаю перерывчик. И в следующей серии уже начну помогать здесь всем в округе, и потом пойду по тайничкам.